Радуля, Татьяне и Амаслане сериала «Темное дитя». Самые-самые комедийные исполнительницы признали Джулию Луис Дрейфус из многосерийки «Вице-президент». А вот лучшим телефильмом признали специальный эпизод британского сериала «Шерлок» под названием «Безобразная невеста». Ну а лучшим драматическим сериалом вновь стала «Игра престолов». Завершение о валюте и погоде на сегодня. Доллар стоит 64 рубля 99 копеек, евро 73 рубля и 2 копейки. Сейчас в Москве плюс 6 градусов, днем обещают потепление до плюс 10. Будет переменная облачность, вечером местами возможны небольшие дожди. Ветер сегодня дует к северо-западу. Как здесь там, что лабиринт один есть, сейчас поможет перейти. Ну, а то, что ты будешь тебе сказал дойти, вот пойдем. Да, да, да. А вот уражение, значит. Thank you.
Как зовут? Ну, Лена. Лена, такая симпатичная. В том году у тебя была, да? Та же? Ну, в том году было, да. Уже года три, наверное. А, ну, вот, знаю, мне нравится. Не потому, что она и плохая, но мне она нравится. И чего мы? Блять. 459, да? Да. Регистратор-то у меня есть. А его даже стерли, голубая полоса на этом. На... Ебанутый. Всю жопу ему разнес. А впишется в камеру. Ну да, синий горит. Экология у нас время.